мой канал. С вами Жанка Англичанка. Сейчас я нахожусь в аэропорту в Лондоне, Хитроу, терминал номер 5. Я нахожусь в бизнес-зале и хочу вам показать, как он выглядит. Я лечу с британскими авиалиниями и являюсь членом клуба британских авиалиний. Карточка у меня Silver Club, серебряная карточка, и поэтому у меня есть доступ к бизнес-залу, называется Galleries. Здесь терминал номер 5. Британских авиалиний несколько бизнес-залов, также есть бизнес-зал для более высшего уровня, это для золотых членов, которые держат золотую карточку, и, по-моему, там еще какой-то есть зал. Но вот у меня доступ до Galleries, я хочу вам показать, очень большой зал, очень интересный. Здесь горячая еда, напитки, даже есть кинозал называется, такое место, где можно посмотреть фильмы. Ну, в общем, сейчас вам покажу все вокруг. Как оно это все выглядит. Будет немножко опять русско-английский вариант, потому что не хочу я никого тревожить, буду потихонечку ходить и снимать вокруг. Бизнес-зал Galleries. Так, это немножко зала. Там вот у нас видно магазины идут, Duty Free, Harrods, Estée Lauder. Также у нас с этой стороны видна зона контроля, проход. И уже зал ожидания здесь. Ну все, пойдем потихоньку. Now we'll show you the lounge. It's really big. Буду вам показывать. Надеюсь, не выгонят. Там кинотеатр, синема. Computer area, компьютерный зал. Okay, this sign, знаки. Здесь можно потеряться, где туда идти, так что есть указатели. If you have a sign where to go, you can really get lost in here. Entry. Это еще одна вторая часть. The other side, the lounge, huge. Вторая часть. Следующая зона. Очень большой аэропорт. Не аэропорт, а бизнес-зал. Детская игровая. Children's playroom. Thank you.
Это все? Okay, this is it. That's the entrance with the horse. Это вход с лошадью. Жанка Англичанка, пожалуйста, подписывайтесь. Всем пока!